Девчонки, привет! По многочисленным просьбам хочу снять видео о том, как я делаю шарики, сердечки и многие другие вкусняшки. Покажу вам пример. Вот я здесь крошка глина голубая Оренбург. Ну вот я, например, расколола на такие кусочки. Можно и помельче. Вот здесь у меня это порошок калиновый. Калин челябинский. Это не порошок, даже мука. И вот в пакетике у меня крошка Астаны. Здесь разная Астана присутствует. Хочу вам показать процесс, как я всем этим занимаюсь. Девочки, состав сердечек может быть разнообразен. У меня в составе сегодня это голубая Оренбург, крошка Астаны и мука просеянный калин челябинский. То теперь добавляем муку калиновую, тоже на ваше усмотрение. Мне нравится калина. Все хорошенько перемешиваем, получаем однородную массу. И сейчас будем заливать водой. Еще раз перемешиваем, смотрим, какая у нас масса получилась. И вот массу, которая получилась у нас, мы оставляем сохнуть на подоконнике на 1-2 дня. У нас получилась готовая масса. Теперь мы будем лепить с вами сердечки. Берете небольшое количество полученной смеси. Скатываете ее в шарик. Масса должна такого структуры быть, как детский пластилин. Примерно, чтобы легко было катать. Раскатали шарик. Немножко примяли. Разравниваете по возможности. Берете формочку. Их можно приобрести в магазине, можно также быть металлические формы. Выдавливаете, убираете лишнее и получается у нас вот такое сердечко. Потихоньку немного выдавливаете. Ну, нужно делать все это аккуратно. Не спешить по возможности, выравниваете. Вот такое сердце у нас получилось.
Смотрите дальше. Девочки, вот мы с вами подошли к финальной стадии. После того, как у нас сердца полежали, немного просохли, где-то 2 дня, мы берем обычно канцелярский ножик и обрезаем излишки, чтобы получались шайбы сердца красивые. Девочки, желаю вам удачи, пробуйте. Конечно, процесс это весь очень долгий, но на выходе это того стоит. Получается очень вкусно.